ищущая тьму приветствует тебя, о черный странник. Короче, привет, паук. О, сестра Тарантул, ты как раз вовремя. Познакомься с Петей. Привет, Петя. Привет. Слушай, паук, помнишь, я тебе давала диск Пожирателей Ночи? Хочу его забрать. Диск нам понадобится для ритуала. Петю в готы принимаем. После ритуала меня будут звать Скорпион. Правда прикольно? Тарантул, у меня для тебя радостная новость. Ты проведешь ритуал посвящения Скорпиона. Кстати, диск только после ритуала отдам. Я просто не в силах держать свои темные радости. Силы разрушения немного затопили наше логово. Но я думаю, ты справишься. Для начала найди книгу судьбы. В ней описано, что надо делать. Теперь нам понадобятся символы стихий. Они здесь, я их чувствую. Теперь эту бумажку надо каким-то образом повесить под потолком. Не умею так. Сначала надо избавиться от лужи. Вытирай, не вытирай, все равно вода набежит. Плохо крутится. Нужно применить рычаг, как на физике учили. Получилось. Трубу в этом месте можно обмотать футболкой. Этот вентиль совсем заклинило. Закрыть его не получится. Подставь туда какую-нибудь банку. Я по памяти пентаграммы рисовать не буду. Что-нибудь не так нарисуешь и разбирайся потом. Темные силы помогут тебе. Для этого достаточно вкрутить синюю лампочку. Мурмурис, мурмурис, кукурис, темные духи, примите скорпионов наш орден. Все, Петя, теперь ты не Петя.
Скорпион. Паук, давайте. Я и так тут с вами много времени потеряла. Темные силы благодарят тебя, Тарантул. Поздравляем с новым рекордом!